Начался праздник в 6 часов вечера, когда десногорцы вышли на прогулку после трудового дня. На сцене с концертной программой «Родная сердцу Смоленская земля» выступили творческие коллективы городского центра досуга. Свои лучшие патриотические номера представили «Сударушки», «Ивушка», ансамбль казачьей песни «Вольная станица» и вокальный детский коллектив «Калибри». Все когда-то закончится, и закончится бой. Без победы не хочется возвращаться домой. Также в этот вечер на площади школьники и волонтеры из Десногорского молодежного центра провели акции «Знаешь ли ты Смоленщину», «Слава Созидателям» и «Напиши поздравления из Смоленщины». Цель нашей акции сегодня вот вручить такие буклетики, в которых рассказана история Смоленской области с 1927 года. Вот вы видите здесь старая наша Смоленская губерния, 10 городов, которые в нее входили. И, конечно же, внутри мы буклеты очень трепетно и с любовью написали нашим дорогим смолянам стихотворение и историю создания Смоленской области. Хорошо, что мы живем где, дети? 3-4. Смоленской области. Конечно же, сегодня день, 25 сентября, день освобождения Смоленщины. Вот такой вот подарок от первой школы. И внутри нашего буклета, конечно, то, без чего мы не мыслим город Десногорск, это наша Смоленская атомная станция. Вот так ярко и зажигательно отметили десногорцы праздник вечером.